Я вам давал поручение убрать забор. Почему столбы не убрали? Берем. Надо будет парку придать статус памятник природы. Первое. Второе. Необходимо создать попечительский совет. Включить туда ответственность старейших жителей города, экологов независимых. Любые изменения, которые касательно этого парка, должны в первую очередь обсуждаться в этом попечительском совете. И третье. Ищите новое место. Я вам уже говорил. Федерация тенниса республики с пониманием относится к этому вопросу. А инвестору, который вкладывает действительно немалая сумма, им нужно предложить другое место. Надо здесь, чтобы люди отдыхали, надо открытые площадки спортивные, надо восстановить. Договорились? Договорились, делаем. Все.